Бочи – спортивная игра на точность. Она принадлежит к разряду игр с мячом и берет свое начало еще с античных игр, которые были распространены в Древней Римской империи. Так, на этой неделе в универсальном спортивном комплексе Подмосковья прошел чемпионат Московской области по этому виду спорта для лиц с ограниченными возможностями. Возраст участников от 21 года и старше. Хочу сказать, что боча – один из самых развиваемых в Московской области видов спорта. Это паралимпийская дисциплина, поэтому у нас есть достаточно именитые в составе игроков спортсмены, которые принимают участие уже в международных соревнованиях. И я думаю, что в перспективе будем надеяться, что подготовит Московская область участников паралимпийских игр. Всего на участие в чемпионате было заявлено 10 городов, где такая игра, как боча, стремительно развивается. Это Дмитров, Егорьевск, Серпухов, Щелково, Раменское, Балашиха, Подольск, Руза и Воскресенск. Участники делятся на классы, всего их 5, по уровню сложности заболевания. Игроки настроены позитивно, понимая, что главное не победа, а участие. Некоторые из них играют уже далеко не первый год. Я занимаюсь уже 6 лет этим видом спорта. Это паралимпийский вид спорта, который сейчас будет входить уже в Паралимпиаду. Я член сборной Московской области с 2012 года. Мне она очень нравится, развивает очень мышление, руки, координацию. Победители в каждом классе наградили медалями и грамотами. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».